сегодня на отдыхе, дежурный нож Урман, такой вот ламинат нержавеющий. Такой у нас шашлычок делается. Сегодня у нас нож Урман, нержавеющий Дамаск от Герасим Custom Metal. Шашлычок. Пробуем. Мы его чисто протираем, посмотрим, какой он, в каком состоянии будет Дамаск. Интересно, после продуктов чисто. Вот как-то так. Ох, конечно, ветер сильный. Я только тушила его. Вот такой вот нож. Он у нас в состоянии полного, скажем так, поюзание. Посмотрим, как нержавеющий Дамаск справится и будет нержаветь. Урман нож. Тест такой. We'll be right back.
Спасибо.